позволения, и тут на меня выходит какой-то чувак. Нас атакуют! Живи! Так, просыпаемся. У нас гости. Понял. Увидим кого, зададим жару. Вижу силы противника! Как давно ты уже на Ауроса? Дольше, чем хотелось бы. Я прилетел сюда под видом офицера из Паладина 9, якобы для обмена опытом с Сентинелом. Это было пару месяцев назад, еще до того, как операция «Цитадель» закрыла архипелаг. Были проблемы в работе? Никаких. Меня прикрывал Виктор Кост, так что я спокойно наслаждался прогулками по здешним тропикам. Насколько мне известно, Сентинел даже не знает, что я работаю на Ауроа. Надеюсь, они этого так и не узнают. Понятно. Что ты знаешь про стратега? Он не из Сентинела. Говорят, он проводит секретные исследования для Скалтек. Работает на них? Скорее, он их партнер. Это еще более крупная рыба, чем Сентинел. И творит он гораздо более жуткие вещи. С самого переворота ему никто не мешает работать. Давай займемся этим. Остынь. Он проводит ужасные эксперименты на живых людях. Не советую лезть к нему под нож.
Судя по всему, Мидаса оттуда так просто не вытащить. Да, я не хочу ставить под угрозу свое задание. Мне нужно задержать стратега и вывести его отсюда живым. Давай не будем мешать друг другу. Знаешь, Кост без проблем рассказал мне, где тебя искать. Виктор? Расслабился в Паладине 9. На самом деле, он наверняка решил, что так будет лучше для всех нас. И как давно вы с ним знакомы? Мы познакомились еще в учебке морских котиков. И с тех пор не раз выручали друг друга по всему миру. Однажды он от меня взведенную гранату отбросил. Я для него на все готов. Слушай, Номад, а у тебя есть такой друг? Теперь уже нет. Бывай, солдат. Как давно ты уже на Ауроса? Дольше. Понятно. Бывай, солдат. Что ты знаешь? Он... Скорее, он сам... Давай, судя по всему... Да. Мне нужно задержать стратега и вывести его отсюда живым. Давай не будем... Как давно ты уже... Дольше. Я... Понятно. И... Одна... Теперь уже нет. Бывай, солдат. Thank you.
Бывай, солдат. Номад, как насчет поработать? Всегда готов. Что делать? Судя по моим данным, неподалеку есть одна электростанция, которую переделали под тайный проект Скелтек. Там все строго засекречено по самые помидоры. На этот проект тайно собирали военных и технических специалистов. Думаешь, стратег там? Не только. Там может быть информация про Мидаса. Тогда идем. Ясно. Ты влезешь в его сеть, а я вырублю электричество. Разделимся. Я подготовлю все в главном здании, а ты пока займешься насосной станцией. Как только насосы остановятся, иди к главному зданию. Погнали. Если она тебя услышит.
Это мне пригодится. Приветствую. Вам известно, где можно раздобыть такую модификацию? Поищите вот здесь. Спасибо за помощь.
Понял. Насосная станция готова. Я поставил жучок на компьютер стратега. Начинаем шоу по твоей команде. Понял. Направляюсь к основному зданию. Скоро будет фейерверк. Я нашел слабые места в трубах. Ударь по ним, и вся станция вырубится. А это меня не раскроет? Возьми глушитель, и не раскроет. Утечка будет совсем небольшая. Вряд ли ее заметят, пока станция не отрубится. Мне казалось, что местный псих я. Но герцог меня за...
Поехали дальше. Пока никого. Вообще не слышно. Здесь кто-то есть, и я найду эту тварь. Я это знаю. Когда я до них доберусь, они дорого заплатят. Я их найду. Противник близко, я ими займусь. Я знаю, что ты здесь. Они где-то здесь, надо их найти. Эта сволочь где-то здесь прячется.
Может, отстанешь на колен? Не трогай меня. Что-то приближается противник! Люблю, это номад.
как там передача файлов? Слышу тебя хорошо. Просто у нас тут проблемка. Стратег хитрее, чем я думал. Я перехватил поток резервного копирования сервера, но меня очень быстро отключили. Ты что-то успел поймать? Что там? Что-то про Мидаса? Иди в сервер. Я оставлю тебе данные прямо там. Прекрати уже. Не трогай меня. Деблю, я на месте. Сейчас включу видеозапись. Вы уверены, что эта штука вам мозг не поджарит? Боже. Спокойно, я не на вас ее надеваю. И что? Если она не сработает, по башке мы все получим, а ваш проект пока что не завершен. Вы умный человек, Стоун, только без фантазии. В стране чудес нужна фантазия. Начать тест. Представляю проект «Коготь». Серьезное оружие. Ага. Против манекенов. Будет ли оно так же эффективно в реальном бою? Конечно. Поглядим. И увидим. Я не бросаю слов на ветер. Но неудивительно, что человек вроде вас этого не понимает. Может, когда коготь будет готов, вы сумеете воспользоваться им и, наконец-то, разобраться с этими повстанцами. Мы не потерпим провала, мистер Стоун. Вам ясно? Ясно. Сэр. Да. Достаточно. Выключайте. И что это было? Тот высокий тип, похожий на гробовщика, это глава Сентинелла, Стоун. А тип в кресле-каталке явно главнее его. Это и есть стратег? Видимо, да. Ты выяснил, где находится этот коготь? Проект крупный. Наверняка кто-то что-то знает. Правильная мысль. Я нашел в компьютере список людей, связанных с когтем. А Мидас в нем есть? Нет, но если поделим список на двоих, быстрее что-нибудь найдем. Ясно. Тогда за дело. До связи.